Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем играть в Stardew Valley. Конечно, мы продолжаем. Что же нам еще остается? Блин, как же неудобно-то, а? Конечно, спринклеры мне сейчас не пригодятся. Это вернее, ну блин, они называются спринклеры, поэтому я их так называю распылители. Распылители нам пока что не пригодятся, они пригодятся нам непосредственно весной. Когда смогут, конечно, что-нибудь поливать. Но зато смотрите на это иначе. Нам теперь не нужно вообще ничего поливать будет. Вообще ничего. Так, все загрузили. Так, убираем вот это барахло. Я предлагаю все выставить красиво. Эй! Блин, почему что-то падает в воду вообще? Мне вот интересно, почему в этой игре что-то можно продолбать? Либо... Представьте, что-то ценное. Представьте, что это не... Не дорожка кобблстоуновая, а реально что-то ценное. Ну, то есть, в смысле, действительно ценное. Какой-нибудь там редевый слиток, которого у вас, возможно... Который у вас, возможно, последний, а за другим надо идти далеко. Вы просто представьте. Это ужасно. По-моему, таких вещей происходить не должно. Не в этой игре, во всяком случае. Сейчас мы с вами здесь сделаем нормальную грядку. Так, дорожка должна быть все равно вот тут. А здесь я могу сделать? Да, здесь я могу сделать дорожку. Значит, раз могу, значит надо делать. Не знаю, что будет, если разбить сундук с содержимым. В Майнкрафте вываливается, а вот тут фиг его знает. Стремно выглядит, да? Когда снег здесь. Так. Так, уложим сюда ее. Да, ребят, вы, кстати, все еще можете делать донейшны. Я нашел, как их можно мониторить. Вот так, к слову. Да, вот эту вот зону, такой спринклер обрабатывает. То есть все вокруг себя и диагонали в том числе. То есть между ними надо делать два блока, получается. Так, я предлагаю поставить сундучок фермерский где-то вот тут, наверное. Со всеми семенами. Charcoal kiln. Мне пока что kiln не нужна. Потому что она... Потому что не нужна, черт, блин. Че объяснять? Не нужна и все. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... 8. Ну, по идее вот здесь надо поставить пугало. Вот так. А, тогда мы получаем, вот здесь вот получается, так вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Аж до сюда достает, ну то есть с запасом с небольшим. Ой-ё!
Блин, скиёшь. Ну ладно. Да, зато мечом в городе махать нельзя. Да, а вот бомбу положить всегда пожалуйста. Логика! Ку-ку! Ты где? Алло, логика, это ты? Позови ёбу. Зато вот, блин, вот мечом махнуть в городе, это нельзя, нет. Алла, я в бар, пожалуйста. В чем смысл, твою мать? Нет, правда, в чем чертов смысл? Почему так? Я хочу знать. Я правда хочу знать, почему я не могу махнуть мечом, который явно не нанесет никакого урона, но я могу поставить бомбу, которая разнесет мне два спринклера. Ну, это, в принципе, должно было сегодня произойти, да. Да, я даже не удивлен. Так, дайте-ка я поставлю на пережарку. Так. Да, не мискликнул. Дорожки бы еще между грядками добавить. А, да, это понятно. Так, а если... Да, наверное, даже вот так добавим. Я не понимаю, почему некоторые люди делают... Мне еще надо раз... Так, 5-6 штук надо еще. Не понимаю, почему некоторые люди делают много-много-много разных грядок. Прям реально разных грядок, таких разрозненных. То есть тут у них это растет, там у них это растет. Можно сделать одну. Ну, в чем прикол? Так, мне еще понадобится, наверное... А с чего у нас печка крафтится? Подождите-ка. Мне кажется, мне нужно больше печек. Фернес. Ой, медь. Медь, блин, печки из меди крафтятся. Поставь спринклеры так, чтобы можно было пройти между ними. Ты же будешь садить непроходимые грядки. И непроходимые грядки я буду садить. Какие непроходимые грядки я буду садить, если я буду ходить по овощам? Какие 3 блока между спринклерами? Какой не пройти? Да, я не пройду через виноград, но через все остальное это я пройду. Ну, если не брать виноград только. Так. Че я сюда зашел вообще? Кукуруза, горох. Ну, блин, понятно, но я не собираюсь пока что это выращивать. Я понимаю, что такие ресурсы есть, но я пока не собираюсь их делать. Так, а, я зашел за камнем, Семен Семенович. Нет, если я соберусь делать что-то типа винограда, через что я не могу пройти, то, что на палочках находится, я сделаю для них отдельные грядки. Не боись, проблемы не будет. Ой. Ну, это у меня колесо мыши глючит, собственно, я поэтому на мышь на ногу и собирал. Так, на одну секундочку, я отлучусь, ребят, сейчас буду.
Прошу прощения, меня постоянно... Меня периодически отвлекают, да. Так, будет... Так, спринклер будет еще находиться... Раз, два, три. Так, дорожка, значит, вот тут. Вот, а где-нибудь вот тут можно организовать место для... сделать место для этих самых... Для овощей, фруктов и прочего, которые требуют палочек. И здесь уже спринклеры как-то иначе поставить. Вот, как бы, меня вот, такой, вот такая расстановка меня устраивает. Меня не устраивает только то, что эти долбанные, блин, золотые слитки до сих пор обрабатываются. Это бесит. Ой-ой-ой. Так, что мне сейчас нужно, что мне не нужно? Давайте попробуем проапгрейдить мотыгу. Хотя он закроется сейчас уже. Так, я, пожалуй, сделаю вот так. Так, мне нужно будет... Медь, мне нужна будет медь в слитках. Попробуем успеть до его дома. Хотя, скорее всего, он закрывается, по-моему, в 6. Так, кузнец, не закрывайся, пожалуйста. А, в 4 закрывает. Тьфу, блин, я с кем-то перепутал. Ну ладно, в принципе, я попытался, так что... Эй. Ну, началось. Продолжаем играть Stardew Valley. Так, а что так? Сейчас, секунду. Так, погнали, да. Так, если здесь будет, здесь будет, здесь будет. Нет. Ну вот вам, пожалуйста, место для спринклеров. Для виноградов и прочего. Потом можно будет расширить. Ну блин. Игра, ты смордовала продалбывать мои ништяки. О, слава богу. Да ну блин. Нет, я буду ждать, пока управление улучшат, потому что сейчас... Ну точнее, я хочу этого ждать. Я должен этого ждать, потому что управление сейчас не идеальное ни разу. Так, ну лучше вот это вот закинем сюда. Refined кварц, потому что это важная вещь. Так, уберем, уберем, уберем. Собственно, куда я пошел? Давайте попробуем еще. Давайте еще немножко с деревьями, наверное, вопрос решим. У меня пока есть время, еще пару часов, и у меня явно...
И у меня явно есть еще куча неиспользованной энергии. Понятно, что кузнеца легко. Понятно, что кузнеца легко перепутать, просто закрывается в 4, а остальные в 5-6. Ну, мои мысли не шли так далеко. Я просто подумал, что он закрывается в 6. Просто почему-то. Частички попали в воду. Ну не знаю, меня это делает нервничать. It's making me nervous. Или как там оно? Почему иногда хочется говорить по-английски? Иногда кажется, что английский передает лучшие эмоции. Хотя это, наверное, не... Это не английский язык хороший, это просто... Собственное знание русского хреновое, что ты не можешь передать эмоцию так, как ты хочешь. От того всякие Кураж Бомбеи выигрывают в этом смысле. Потому что у них всяких словечек полно. Дойди в пещеру на своем ранчо. Да, кстати. Ну, уже завтра, наверное. А, вообще. Вообще. Да, все это надо будет вырубать. В любом случае, надо будет вырубать, вырубать, вырубать. И мы, наверное, этим займемся сейчас. Пока будут переплавляться слитки, мы пойдем еще сходим к Робин. Робин нам все сделает. Так, мне нужен еще один кварц. Нет, мне нужно еще много кварца. Хотя лучше бы золото, наверное, на ночь, но ладно. А, просто пещера находится далеко, я поэтому про нее не вспоминаю. Так, так уж я работаю. Так уж я устроен. Так, сюда убираем это. Так, давайте сходим до кузнеца. Дионикс, I'm researching the forgotten art of shadow divination. I require an item, now as void essence, bring it to me and you will be rewarded. Мистер Асмодинус, я произвожу, ну, researching это, по идее, что типа изысканий. Ну да, изыскание. Я всегда перевожу это как изыскание, не знаю, правильно это или нет. Или просто, или я ищу забытый Art of Shadow Divination. Я не знаю, как это проводится, но мне нужен предмет под названием Void Essence. Принеси мне его, и я тебя... И будешь вознагражден. Accept. Чатик! Спать. Discover the purpose of Skull Key. А, Skull Key, это, наверное, откроет мне канализацию, нет? Так, сейчас я закину сначала туда... А, блин, у меня что с собой. Закинем туда сейчас немножко золотишко. Так, опустошим. Может, мой английский немножко подтянется. С этой игрой. А на слух все еще тяжело. Да, погнали улучшать мотыгу. Это надо будет все обрабатывать. Поэтому это важно. Привет, Акакий. Ты, в принципе, ты достаточно близок к своему обычному появлению. Не то чтобы стрим уже заканчивался, но у меня сегодня адово болит шея, поэтому стрим не будет идти 8 часов, скорее всего. В 9 только открывается. Ну блин, ты что, дела все успел переделать уже? Слоупок тупой. Время ты слоупок, понимаешь? Время ты лошара. Лошара Микантара. Половим рэп.
Живот. О, кстати, с животами давайте сбегаем заодно. Чего тупить стоять? Я, конечно, туда-сюда мотаюсь, но, блин. Раз все равно у него пока закрыто, а к магу мне идти вообще в противоположную сторону. Давайте живоды вскроем. Так, я должен выложить еще вот это все. Так, караков мы выложим сюда. Интересно, они по 3 или по 5? Так, нет, живоды здесь. 20 живот, ребята. 20. 20, Карл. А, привет, Нагибашка. Чек ВМ. Донейшн от Нагибашки. Не, только не ВМ, а Донейшн Алерт все-таки. Так, ну просто на будущее, потому что я через него чекаю. Нагибашка, 15 рублей донейшн. Привет, Никс. Спасибо огромное за пожертвование. Ну, привет, коль не шутишь. Вижу, вижу. Просто у меня на таких играх под запись оно не идет. Ну, я не вывожу на экран всю эту булькающую историю. Все-таки неприятно потом людям будет смотреть, когда тут будут донейшены выползать где-то в углу. Вот, но я мониторю. Разве что придется писать, потому что оно без звука абсолютно. Туда и туда. Ну, вебмани пока что молчит. Так, давайте сначала самые отстойные, наверное, вскроем. Так, 3 камня. Кучка дерева. В смысле, мудстоун. 20 живот. Лемонстоун. 10. Голд ор. Биксид. Уголь. О, вот это дорогая штуковина, по-моему, фаеропал. Либо дорогая, либо редкая, не помню. Доломит, снова медь. Вот этого не было, не было, не было, не было. Обсидиан. Медведокамень. Золото. Снова фаеропал. Снова уголь. Хеллвит. Или Хеллвайт. Я не знаю. В принципе, не претендую. Иридий, отлично. По-моему, мне сейчас проще иридий добывать из маг. Из этих, из живот. Из магма живот, в том числе. Так, открываем эти. Ага. Кальцит. Хотя он читается, наверное, что-то типа калсайт. Мне кажется. Или калкайт, или калкит. Английский язык странный. Это было уже все. Это было, вот они. Спасибо, бро. А, не, не спасибо, бро, подожди. Проапгрейди мне, пожалуйста, мотышку. Gold pickaxe. Used to break stones. Блин, вот могли бы, кстати. Вообще, это было бы классным апдейтом. Это было бы, это, мне кажется, то, что здесь просто необходимо добавить. Какую-то подпись в самой игре о том, что этот конкретный апгрейд дает. Потому что представьте, что я новичок, и я вообще не знаю про Википедию. Здесь есть некое улучшение инструментов, которое стоит много денег, да, потому что ну, 10 тысяч это много. Там даже там 500, по-моему, монет, ну много, да, то есть это в любом случае большая сумма, 10 тысяч это много, 1000 это много, 2000 это много, а, ну 2000, да, самое первое улучшение, 2000 золота. И когда я подхожу и смотрю здесь на это, да, я даже не понимаю, для чего оно мне нафиг вообще нужно, потому что нигде ничего не написано. Хорошо бы иметь вот надпись, что вы можете валить деревья, там, вы можете уничтожать пни, вы можете... уничтожать вот это, вы можете разбивать такие-то скалы вот там-то. Просто полезная информация, просто понимание для человека, какого черта он вообще сейчас делает. Так, давайте коперхо, вот это вот, все. Коперхо.
Каперхо оставим здесь, все остальное несем с собой. Обсидиан, гол портал, ват делать. Окей, сейчас сделаем, подожди. Вообще, не вопрос. А, я могу сортировать. Класс. Просто я хочу минералы к минералам. Да, мы потом все это немножко уложим. Красиво. Так, что-то мне сейчас дадут. Кристалл Чейр. Блин. Потрясающе. Кстати, а сколько я уже нашел всего? Я даже не приближался к готовке. Вообще, даже не близко. А, это называется минералс. А, я прочитал Miracles, думаю, чудеса, что ли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 штук еще надо найти разных. И, в принципе, с минералами будет окей. Ну, как видите, артефактов просто еще завались. Маска, уверен, с кого-то она падает в шахте. А может быть и нет. Elvis Jewelry. Блин. Обалдеть. Рыбу еще даже половину не... Нет, половину переловил, но еще куча всего все равно. Посмотрите, сколько я всего еще не делал. Это не только выращивать что-то, это вот бутылки, это вино, скорее всего. Я просто... Я в шоке. На самом деле, насколько может быть эта игра многогранной. Насколько всего в ней может быть дохрена. Именно дохрена, немного дохрена. Много это половина от этого. Тут уже всего реально дохрена. Так, возьмем немножко, пожалуй, что дерево. Сделаем, что мы сделаем? Еще один сундук, который, мать вашу, не подписываются до сих пор. Боже. Ужас. Ужас. Так, вот это убираем, вот это убираем, это убираем. Так, мне нужно еще 6 туда. И 4 сюда. Так. Я подумал, зима на дворе, а ты бегаешь в футболке без шапки, с перчатками. Нормально. Он же отмороженный панк. Что ему будет? Он уже отмороженный, понимаешь? Так, ребят, буквально перерыв на секундочку и продолжим. Блин, сегодня... Много сегодня будет Stardew Valley записано. Много.